Симферополе силовики окружили здание Меджлиса крымско-татарского народа. Внутри проходят следственные действия. Как сообщают сотрудники Меджлиса, силовики зашли в офис редакции и никого из сотрудников не пускают и не выпускают. Кроме того, к зданию подъехал автозак. Обыски также ведутся в редакции крымско-татарской газеты «Авдет», которая располагается в здании Меджлиса. Ранее сегодня силовики пришли с обыском в квартиру члена Меджлиса крымско-татарского народа Эскендера Бариева. У него изъяли компьютерную технику.